Всем гостям и зрителям моего канала большой привет! Я рада приветствовать вас на канале Светлана Франция. Спасибо, что зашли на мой канал и подписались. И сегодня я продолжаю серию моих видео «Коллекция моих ароматов». Это третье видео. Тот, кто не видел первые два видео, то переходите по сноске в плейлисте моей коллекции. Итак, тем, кто любит ароматы, для тех, кому интересны такие видео, я предлагаю остаться и посмотреть, послушать о моем новом аромате. И сегодня мой выбор напал на аромат My Burberry. Извините за произношение, так как произношу его по-французски. Для тех, кто еще не знает, я живу во Франции. Итак, история этого аромата. Этот аромат подарил мне мой муж. И опять же, мой любимый муж. И это было в 2015 году на русское Рождество. Он запомнился мне именно вот этим моментом. Моментом счастья, семейным праздником, моментом теплого камина, моментом каких-то приятных впечатлений, уюта и тепла. My Burberry – это аромат для женщины. Это аромат, который был вдохновлен культовым тренчем Burberry, лондонским садом после дождя. То есть посмотрите, как он сделан, этот бутылек. Очень лаконично, красиво. И вот эта вот шапочка или колпачок, он напоминает пуговицу. Сделан из того же материала, что пуговицы на тренче Burberry. А вот эта ленточка на горлышке, а горлышко оно золотое, посмотрите. Это тот же материал, из которого сделан их знаменитый тренч-плащ. В этом аромате вы можете найти одновременно несколько вещей. Их стильный тренч и свежесть лондонского дождя, ухание мокрого цветочного сада. То есть все это настолько свежо, это настолько терпко. Когда я наношу этот аромат, обязательно кто-нибудь скажет: «Боже, как ты вкусно пахнешь!» Основные аккорды этого аромата – это цветочный, сладкий, свежий, пряный, белый цвет и цитрусовые. И вы знаете, эти аккорды вы можете, на самом деле, вот в этом аромате они слышатся очень-очень хорошо. Как бы парфюмер, он хотел создать атмосферу Лондона. Вот эту вот терпкую, душную и немножко свежую в то же время. Лондон после дождя. Облака, туман, дождь, цветы. Есть и розы, и фрезия, и какие-то пряности, и листья герани. Что-то такое травяное, трава после дождя, фрукты, и бергамот. И, по-моему, там даже есть сладкий горошек. Когда-то я читала, что да, есть ноты душистого горошка и бергамота, и листья герани. Знаете, вот такие листья, когда вы их сжимаете в руке и протираете, и вот этот вот запах, он остается как бы на вас, на вашей ладони. И это до того приятно, какие-то такие ощущения тепла, ощущения дома, сада. И, конечно же, это ритм города, такой достаточно энергичный, современный. Это сад. Но сад, не скажу, что он такой домашний, а тоже сад где-то в большом городе, в Лондоне, в Париже. Сад после дождя. Это влажная зелень и влажная почва.
и ощущение вот всего этого вместе. Когда вы знаете, вы бегаете в Париже или в Лондоне по магазинам, и ба-бам, гроза, дождь. И когда вы выходите из супермаркета, вы просто задыхаетесь от этой свежести, от глотка чего-то такого свежего и яркого и сочного. Также вы можете услышать в этом аромате листья пачули и айвы. Фрукт, чей аромат напоминает что-то среднее между грушей и яблоком. Это очень британский аромат. Не фруктовый, а какой-то фруктово-цветочный. Есть и ноты льна, как я сказала, и бергамота. То есть для меня этот аромат, он особенный. Я использую его по чуть-чуть в такие моменты, когда мне хочется чего-то энергично свежего. Чего-то такого, что дает мне энергию. Вот сегодня за окном у нас дождь и град, и вот этот аромат, он на мне. И когда я сейчас выйду на террасу, я его и почувствую. Почувствую в земле, в листьях и в воздухе. Аромат My Barbary, он доступен во флаконах объемом и 50, 30, 90 и даже 900 миллилитров. У меня здесь вот 50 миллилитров флакончик. И вы знаете, есть как бы разное сопровождение. Вот у меня было с такими маленькими парфюмированными кусочками мыла. Есть, по-моему, и масло для душа, есть какие-то другие вещи, но мне вот муж подарил вот в такой версии, я еще не открывала, с тремя кусочками мыла. Я думаю, что вот это мыло, его даже использовать на тело, конечно, можно, но можно его открыть, положить в белье, в одежду, и просто этот аромат, он будет распространяться по всему дому и радовать вас свежестью. Для кого-то этот аромат будет удушающим. Тот, кто не любит, не знаю, многие говорят, что тот, кто не любит английскую чопорность, строгость. Ну, для меня это совершенно не то. Для меня это на самом деле аромат, который связан с моими воспоминаниями, с Рождеством. И именно именно садом после дождя. Ну вот, мои хорошие, я надеюсь, что была вам полезна. И обязательно, у кого есть такая возможность, зайдите в парфюмерный магазин и попробуйте сами. Для каждого аромат, он будет единственным и неповторимым. На каждом он открывается по-своему и дает вам свои ощущения, те ощущения, которые возникают у вас в голове, те ноты, которые то есть пульсацию, которую дает или как бы вырабатывает ваше сердце в связи с воспоминаниями чего-то приятного. У каждого это все индивидуально. Я вам всем желаю приятного дня, хорошего вечера и до скорой встречи на моем канале Светлана Франция. Всем пока! Боже, что творится за окном? Господи, град.